На белорусском направлении МЖД начинается тестирование системы оплаты билета карты во время поездки в электричках. Главная цель – уход от бумажного билета и переход от кассы в сторону онлайн или безналичных продаж, сообщил гендиректор ЦППК Максим Дьяконов. Он также отметил, что проект разработан вместе со столичным метрополитеном и при поддержке на московских центральных диаметрах.